Экс-главу патрульной полиции Харькова Евгения Мельникова задержали в столице за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает интернет-портал «Киев оперативный» на своей странице в Фейсбуке. Сам Мельников все отрицает. Говорит, что сидел на заднем сидении автомобиля, который неожиданно сам начал движение и в итоге проехал на красный свет. Полиция остановить якобы беспилотный автомобиль удалось через целых 3 километра. Проходить алкотест на месте Мельников отказался. И по словам пресс-секретаря патрульной полиции Яны Кутовой, он сопротивлялся и пытался сбежать. Позднее выяснилось, что у задержанного нет прав. Это уже не первое его нарушение. В 2014 году на Мельникова составляли протокол за вождение в нетрезвом виде. А из правоохранительных органов его уволили в прошлом году.